Вы знаете, будем говорить так, что вот недавно то, что была поездка непосредственно нашего патриарха Кирилла в Китай, это в первую очередь то, показывает то состояние сейчас гармоничности между нашими странами и ту духовность, что мы поправим, мы дружим с Китаем, мы стремимся, особенно Россия стремится вместе с Китаем выстроить дружеские отношения и быть едиными в определенном смысле политическом контексте. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что, например, те же самые американцы объединяются, да, с другими странами, создают вот эту КУАКу, которая распространяется по всему земному шару, и это опасность, большая опасность и для самого Китая, и для самой России, именно и политически, и экономически, и, вы знаете, не побоюсь сказать, даже и в военном плане. Так что то, что сейчас Кирилл поехал туда, и то, что достигнута та гармония непосредственно духовности, да, нашего мира российского и духовности там, в Китае, это очень положительный фактор. Я считаю, что в Китае очень много православных людей, именно крестьян, которые верят в ту духовность, которая состоит здесь в России. Мы знаем, что очень много иммигрантов с Китая находится у нас здесь в России. И если у нашего патриарха Кирилла получится там открыть храмы, открыть какие-то общественные организации именно духовного толка в Китае, мы только за. Мы это поддерживаем и считаем, что здесь никакой другой политической подоплеки нету. Это то, непосредственно, чем занимается Кирилл не только с Китаем, но и с другими странами мира.